Ну нет, это не годится. Не годится вообще. Ягодицы. Стоит не там. Пропорции не соблюдены. Цветовые решения вообще мимо прошли этих маяков. Я не понимаю, здесь оно не должно так находиться вообще. Оно не должно так стоять. Это ошибка. Ошибка природы. Я бы с удовольствием сейчас сказал прям то, что ошибка природы — это ты, но это чисто в шутку, это чисто пошутить, но я так не скажу, потому что над тобой я, Кать, никогда не издеваюсь. Но впервые в жизни я с тобой соглашусь. Маяки вообще никакущие просто. Почему у нас посередине города в разброс, непонятно где, то там, то сям, то там, просто стоят какие-то маяки, даже не на всю силу заряжены. Просто стоят и даже здесь ничего не делают, просто мешают даже. Они абсолютно не должны здесь стоять. Например, вот в склад захочу я пойти. Ой, смотри, не могу попасть в склад нормально. Мешает. Вот сюда пойду, например, к пандам. А? Все, врезалась в маяк. Здесь должно быть свободное пространство, свободная поляна. Они не должны здесь стоять. Соглашусь. Здесь же можно травушку-муравушку насадить. Цветы, поляна, деревья. Тут красота должна какая-то быть. А у нас что? А у нас ничего. Ну вот иду я реально в склад, бьюсь об маяк, короче. Я тебе, Кать, вот что предлагаю. Мы сейчас их чертовой бабушки снесем. Погоди. Ну ты подожди. Мы их сейчас чертовой бабушки снесем и построим где-то в другом месте. Это все очень хорошо, но... Ну-ка сейчас вот не оборачивайся. Погоди, не оборачивайся. Чё там такое? Не оборачивайся, главное. Погоди. И чё? Да я тебе говорю, не оборачивайся, ты поворачиваешься. Ну вот зачем ты это делаешь? Да я даже не видел, что там было. Чё не оборачиваться, не поворачиваться? Ладно, оборачивайся. Смотри туда. И чё? Ну, вон туда глянь. Это что это у нас там такое? Там? Подожди. Да. А у меня такое ощущение, что собака... Это кто там куковал за целью? А чё она там делала? А вы же сказали им не заходить больше. Это чё за фигня? Так, это чё полу... Это чё... Получается. Чё ты их с одной стрелы ты всех кокаешь? Это чё получается? Это... Смотри. Чё? Смотри. Бананчик, как тебе повезло то, что через этот забор я не смогу тебя выстрелить, да? Хотя... Подожди. Почему не смогу? Подойди сюда. Подойди. Собака, сюда подойди. Кокнул. Так, это чё получается? А ты посмотри к нам в дом на второй этаж, на твоей кровати кто-то там стоит, а? Погоди, это жёлтый кто? Жёлтый, это кто это у нас? Это картошка там стоит на твоей кровати. Так, ладно, я предлагаю их сюда сейчас позвать и выяснить, чё это они тут у нас забыли. Я не понимаю, чем вы здесь занимаетесь, все наркоманы Петровичи, вот это! Но чтобы через 3 секунды здесь возле нас все собрались, кого я только что кокнул! Время пошло! Бегут. Ага, вот ага. Мне интересно, на что они рассчитывали вообще? Картошка бежит. Мия прибежала. Ага, а это кто? Кто? Где? Вот это кто? Костя, в смысле, Костю не помнишь? Банан пришел. Костя, все сюда, за мной. Все выстроились перед целями, перед мишенями. Быстро в ряд все выстроились. Давайте. Слушайте, я вообще не понимаю, это что сейчас было? Вы что, за нами шпионили, что ли? По-моему, в прошлой серии мы вам ясно дали понять. Хотите здесь находиться? Платите. Мы для вас вон даже отель построили, поэтому без бабок тут делать нечего. Поэтому давайте быстренько берем и выходим из сервера. У нас сегодня важные дела, что-то с маяками надо решать. Давай. Взяли, вышли, свалили отсюда. Мы вас не звали, мы говорили. 15 изумрудов в сутки проживания в нашем отеле. Без изумрудов мы вас здесь видеть не хотим, а? Подожди, в смысле? Мне кто-то выкинул 1 стак изумрудов. Так они все выкинули по стаку изумрудов.
То есть ты хочешь сказать, они 5 стаков изумрудов только что выкинули? Подожди, подожди, а это на сколько суток, подожди? Это у нас 15, это самое... Ну, они нам должны были уже 45 изумрудов, они выкинули, получается, 64, они могут жить, ну, еще полтора дня здесь, а потом еще 15 изумрудов, а потом еще... Так, а это другой вопрос, это уже другой разговор, пусть, ну все, идите. Все? Ну, тогда проводим давайте за мной... А есть смысл спрашивать, а где вы вот эти все изумруды нашли, а? Или, наверное, да какая они... разница? Да какая разница, нашли? В любом случае, как бы бабки нам заплатили, заплатили, вот и все. Так, ну тогда давайте пройдемте, совершенно другой разговор. Все аккуратно. Расселим их сейчас по комнатам. А тут, главное, аккуратно тут заходим, тут злой Костя, злой Жорик, это вахтерша у нас очень, очень злая, очень злая. Так, все по комнатам, у кого нет комнат, идите себе стройте. Мия, на первый этаж. Мия, давай сюда. Это банан. Да какой банан, здесь Мия будет жить. А, подожди, это же изначально была комната банан! Спустись на первый этаж, пожалуйста. Давай. Здесь у нас точно, я обшибся. Здесь у нас будет, жить банан. Это твое место для проживания в ближайшее все время. Так, все, давай, за все заплачено. Все, давай, заходим. Давай, быстро. Давай, заходи, давай, че ты носом крутишь? Сейчас вообще на улице жить будешь. Давай, заходи, давай. Обустроишь себе эту коморку так, как только хочешь, по последнему писку моды. Все, стой там. Внутрь зайди, все, и дверью не балайся. Это, злой Жорик, следи за ним, пожалуйста, чтобы он дверью не балался. Внутрь зайди, банан! Так, а ты, Костя, ну у тебя из картошки еще комнаты нет. И у тебя Мия тоже. На втором этаже вот здесь есть свободные ну, вроде еще комнаты. Раскладушки поставьте пока. Да, будете жить где-то на раскладушках. Все, всего хорошего. Давайте, пошли, Катя. Давай. Так, пойдем. Видишь, баблишко подняли, ненормально. Дверь закрой. Так, все, нормально, злой Жорик, следи за ним, чтобы он дверь не открыл. Ёперный банан. Так, 5 стаков изумрудов просто за минуту срубили. Так, а у меня реально вопрос, откуда они столько изумрудов-то забабахали и где главное? Ну, пошли в шахту, накопали, наверное, не знаю. Так, маяки, пойдем. Ну, думаешь, здесь? Ну смотри, чисто по расчетам вычислительным, математическо-физическо-химическим, нужно, чтобы стояло это все здесь. Ну, чтобы распределялось вот эти вот эффекты все на нас. Так. Возле дома. Возле дома, кстати. Наш же ютуберский дом, уйди, Горюнчик. Наш же ютуберский дом находится вот здесь. Вот он. Если мы здесь запердохаем маяки, то, возможно, эффекты от маяков будут доходить до нашего дома. И здесь... Я тебе предлагаю тогда здесь построить какую-то символическую постройку, чтобы все маяки находились внутри нее. Дом маяков? Маяковский дом. Ну, точно не на горе строить его надо. Это надо все выровнять, там экскаватор позвать. Экскаватор мы звать не будем. Мы позовем наркоманов Петровича. Это получается то, что всю эту гору подчистую надо снести, да? Так. Точно, мы им скидку сделаем на следующий скидку, день. Скидку, да. Не 15 изумрудов, ну 13 будет, да? Короче, да, давай, я начинаю расчищать, а ты сгоняй за наркоманами Петровичами и позови их всех сюда, чтобы они нам помогли. Давай быстренько. И ты сам. Там-то руки свои убери, это самое, тебе натруждаться нельзя. Лопату убрал, сейчас я их позову. А кто тебе сказал то, что мне утруждаться нельзя? Катя, сзади крипер, ты там осторожней! Если он взорвет сейчас спан, все сама будешь перестраивать! Мистер Крипер! Так, проходим, не толпимся, вот сюда поднимаемся. Мимо домика лам проходим. И, надеюсь, ты там ничего не трогал, а? Я их привела вот рабочую силу. В смысле? Ну я уже немного начал, чтобы просто им показать, как это все должно выглядеть. Сейчас они сюда подойдут. А ты им это, ты им лопаты-то выдала хотя бы, самое главное, а? Выдала. Весь инструмент рабочий присутствует. Все, короче, наркоманы Петровичи, нужно сделать так, чтобы, ёперный кокос, чтобы от этой горы ничего не осталось. Прям подчистую ее раздолбить вот так вот надо. Вот вы сейчас это возьмете и вы сейчас это сделаете. Давайте. О-о-о! Тут шахта, что ли? А почему вы лопатами булыжник ломаете? Я упал.
Кать, а ты им что, вот это Кирочки не выдала, что ли? Кирочки, так я думала, тут земелька, а тут, оказывается, вон вообще шахта внизу. Так, ладно, копайте земельку, я с Катей будем копать камень. Давайте, у нас на все про все есть 3 минуты, чтобы это все снести к чертовой бабушке, потому что здесь мы с тобой, Катя, будем строить тогда храм. А? Беленький такой, высокий, как в Греции. Как в Греции. Построим храм, и в храме будут маяки, Кать. Мы с тобой прям на одной волне. Думаем об одном и том же. Хорошая работа. Слушайте, смотри, как вычистили. А, аж портал в воздухе завис. Ну вот это вы зря на самом деле, мне что, придется портал еще потом перестраивать? Я же вам сказал, до уровня портала они не... ладно, без разницы. Короче, вот здесь, Кать, вот здесь будет находиться наш с тобой храм. И для этого храма нужно офигеть, как много ресурсов. Короче, наркоманы Петровичи, и ты, Катя, тоже, сгоняйте на склад и притащите мне все кварцевые блоки, которые только там найдете. И после этого мы, Катюха, с тобой начнем строить здесь огроменный вот этот храм с этими, с маяками внутри. А подожди, а маяков-то у нас хватит? У нас 3 маяка вот здесь и 2 маяка. И 2 у меня. И 2 там. Возле башни Рапунцель. В принципе, нормально, мне кажется, или еще их отправить лучше в ад за бошками вот этих визеров? Мне кажется, нужно больше маяков. У нас же не все эти самые эффекты есть. Считай, сколько я блоков сломаю. Но на самом деле, как бы, да, не все эффекты есть, поэтому они сейчас притащат нам сюда кварц, и мы их отправим заново в ад. Сколько я блоков сломал? 4, 5, 6, подожди. 1, 2, 3, подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, вроде, 9, 10. Если не ошибаюсь, 14, 18. Не сбивай меня, подожди! 15, 16, 17, 18, 19 вот так получилось в длину. Ну хорошо, а надо 20. Вот так! Все, кварцевые блоки выбрасывайте Кате, у нее там дофига места в инвентаре должно быть. А я пока вычущу вот сюда. И здесь, пожалуйста, у кого... Нифига себе! Чё? У меня не столько места в инвентаре, алло. У кого там остались блоки? А, так у меня остались блоки из земли. Надо вот здесь это все застроить, поэтому давайте Шуриком, ага, помогите мне. А сейчас, наркоманы Петровичи, мне будет нужна ваша помощь. Каждый будет заниматься своим делом. Мия, подойди сюда. Ты смотри, что будешь делать. Вот так, над вот этой ямой вокруг ставишь ступеньки. Ты, Костя, и ты, Амочка, подойдите сюда, вокруг вот это, вот, вот так, возле вот этой ямы, ставите везде вот эти обычные кварцевые блоки, вот так, только подождите, вот так, вот туда, все, погнали быстренько, а ты, банан и картошка, внутри, вот так, один уровень, проставляйте тоже кварцевыми блоками, давайте, работаем, хотите жить в нашем отеле, работайте, а не только изумруды платите, давайте. Ну, вроде как получается неплохо. А сейчас, наркоманы Петровичи, для вас будет задачка. И знаете какая? Сейчас вам это все подробно расскажу. Но перед этим позовите, пожалуйста, Катю, потому что я что-то не понимаю, где она потерялась. И Катя сейчас вам объяснит, куда вы сейчас должны пойти, пока я продолжу засраивать вот так весь наш храм. А где Катя? Ага. Походу, кто-то работать, да, не хочет. И прячется там, да? Ну я же вижу, как ты за деревом там выкукиваешь, Кать. А? Выйди оттуда, давай быстро. Ну а чё, зачем они вообще здесь нужны тогда на сервере, а? Зачем мне помогать? Можно отдохнуть-то в конце концов. Ну так они сейчас должны пойти бошки нам добыть в аду. Это же самая сложная задача, понимаешь? А мы будем заниматься вот этим, просто обычной точно, постройкой. Давай, точно. Дим, говори, что делать. Давай быстро. Ага. Так, дорогие друзья, уважаемые граждане этого Майнкрафт-мира. Быстренько вот туда запихивайтесь, вот туда, вот в этот вот портал. И сколько нам нужно бошек? Ну я не знаю, ну бошек, давайте бошек 9. Нифига себе! Не, это много. А, так подожди, бошки же нужны, но потом еще визеров убить надо. Ну да, давайте 9 бошек. Без 9 бошек не возвращайтесь. Ну идите сначала, оденьтесь нормально. Вы что, голые в ад пойдете, да, что ли? Да, броньку, что ли, наденьте хотя бы в складе там, возьмите на складе. И все, и отправляйтесь. 9 штук. 9 штук, а ты, Кать, подойди сюда.
6 блоков в высоту. Вот эти колонны, кварцевые колонны. 6 блоков в высоту, давай. Откуда? Отсюда? Оттуда, давай, запрыгивай, давай. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага, молодец. А сейчас здесь 6 блоков в высоту, здесь 6 блоков в высоту, здесь 6 блоков, здесь 6 блоков и везде 6 блоков. Давай, давай, Кать, работай, ты 3, тоже. 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 4, 5. Запуталась. Подожди. Сколько? Здесь это все закрываем полублоками. И потом здесь у нас будет начинаться крыша. Вот так. Один блок, два блока. Три блока. А мне-то что делать-то, можешь скажешь? А ты что-то хочешь делать там, а? Ну я вот тут застряла, я даже выбраться отсюда не могу. Можешь застроить чем? Короче, ну тогда строй пол, давай белым бетоном. Вот, короче, строй так, как ты хочешь, хорошо? Я даже вмешиваться в это не буду. Ну хорошо. Давай, главное, чтобы было красиво. Так, а я сейчас со стороны посмотрю, как у нас здесь оно выглядит. Ну неплохо, Кать, мне прям нравится. Слушай, похоже на белый дом, блин, в этом, в США. Для тебя как там, это самое, не слишком сложно пол строить, а? Слушай, ну я же уж не совсем-то Кого? Я говорю, я не совсем уже это самое, вот это вот, ну пол-то уж могу построить. Ну давай. Хотя, учитывая, какая ты нубасися, я бы даже засомневался, что ты пол сможешь построить. Ну давай, давай, показывай, как пол строится! Так, а вот здесь я знаешь, что сделаю? Так, нет, не так, подожди, это уберем. Мы тут рисунок авторский сейчас сделаем. Рисунок, погоди. Вот такое дизайнерское решение будет. Картинка вырисовывается из кварцевых вот этих вот блоков, колонн и так далее. Поэтому все, не подглядывай, там крышу строй, а? Ну ты только посмотри, какая у нас тут грецкая атмосфера-то получилась. Ну, вот мне даже сюда жалко маяки сувать. Может быть, мы будем здесь есть? Построим стол, накроем его, будет пир, свадьбы будем устраивать, а? Свадьбы мы с тобой, если и будем когда-нибудь еще устраивать, то для этого у нас там специальный алтарь есть. Здесь мы свадьбы с тобой устраивать не будем. Ну не, ну ты только посмотри. И как хорошо это сюда вписалось. Раньше здесь реально просто гора обычная была. А вообще, грецкая мифология. Там, кстати, там у нас Япония, тут у нас Греция. Тут у нас пустыня, тут Арабские Эмираты. А там у нас Париж. Так, нужно будет еще Австралию построить с кенгурушками. А кенгуру в Майнкрафте есть? А кенгуру в Майнкрафте пока что нет. Но там скоро выйдет новая версия Майнкрафта. Там, Кать, козликов добавят, если что. Козликов? Это который... Это... Так, а козы это у нас откуда? Из России, да? Ну, короче, ладно. Ну, Россия. Северный Кавказ у нас будет. Козы будут по горам прыгать. Ну, и смотри, я специально здесь сделал дырочки. Через вот эти дырочки у нас будут просвечиваться разноцветные маяки. Понимаешь? Сейчас осталось дождаться, чтобы наркоманы наркоманские вот притопали. Да, я сказал наркоманы, а не пиглины, вот эти свинозомби. Опа! Пошел отсюда! Опа! 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 Ты смотри, повылезали, повылезали! О! Бошечка на амочке! А мне с него два кусочка золота выпало. Бошки на бочку, быстренько сюда. Все, что выбыли, выбрасывайте. Не, ну слушай, конечно, такой огромной компании пойти в ад, там не только 9 бошек можно выбить, там целых и 20 можно выбить. Так, 3 бошки есть, это еще один маяк. 4 бошки есть. Ну, еще давайте. А где пятый? А где Костя? Он не выжил, что ли? Не выжил, он не справился. Ай, ладно, тогда и пофиг на него. Это, ну, слушайте, а что получается? Тут 4 бошки всего лишь? Это вот каждый из вас только по одной, что ли, выбил? Слабаки! Никакую... Мы им скидку делать не будем! Это всего лишь 4 бошки! Но если бы 9 было, было бы совершенно другой разговор. Ну, ладно, в любом случае. Маяки забабахаем, на полную силу их зарядим. И здесь такая красота разноцветная будет, Катя, господи! Надо это уже сделать как можно скорее. Так, все, тогда давай пойдем отдохнем. Эти пусть заваливаются в свой отель, там все-таки заплатили за сутки. Поэтому все можно сегодня. Все, в отель попердохали, но только алмазную броньку сняли и обратно в сундуки сложили. Давайте. Я проверю потом. Катя проверит. Банан не на землю выбросил, а в сундук сложил. Давай. И в свою каморку потопал банан. Она тебя уже там заждалась. Ага.
Ну, а Костечку помянем, выкопаем ему могилку. Не, ну красиво получилось, красиво! Да, красиво, красиво. Кто спорит, красиво. Конечно, не красивее, чем коморка банана, но в любом случае красиво. Красиво. Эх ты, я думала, скажешь, ну не красивее, чем ты. А ты, блин, про коморку банана. Ну, красиво, красиво. Не красивее, конечно, Катя, чем ты, но в любом случае красиво. Это все, иди ты.